Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня я хочу с вами поговорить о силе слов. Есть два интересных слова – «позволяю» и «отменяю». Итак, у людей, практикующих волшебство в жизни, есть два секретных слова, которыми они пользуются для изменения реальности. Справедливости ради надо заметить, что многие из нас пользуются подобными установками, но неосознанно. Но если вы будете делать это намеренно, то получите наилучший результат. Какие эти два слова? Это слово «позволяю» и слово «отменяю». Суть работы с ними сводится к следующему. Вы произносите то, что хотите получить, а в конце добавляете «позволяю». Например, «сегодня со мной произойдет чудо». «Позволяю». Затем не забудьте добавить «все препятствия отменяю». Это может показаться слишком просто, но попробуйте, и вы увидите результат. В этой практике есть один важный нюанс. Говорите о событиях уверенно, не торгуйтесь и не просите. Возьмите ответственность за то, что с вами происходит, в свои руки. Надо добавить, что чем дольше вы применяете эту технику, тем весомее становятся происходящие с вами чудеса. Итак, запоминайте два слова «позволяю» и «отменяю». Используйте их в своей жизни, и у вас все будет получаться. Я вам желаю удачи. Увидимся в следующих видео. А пока.